1986. Год, когда мир обернулся пожаром. Атомное пламя войны, выпущенное лидерами Востока и Запада, как джин из бутылки, в считанные минуты обошло весь земной шар и обглодало его до костей. Не пощадив ни виноватых, ни правых, не назвав ни одного победителя, стерев сами причины конфликта в ядерном огне, который отбросил немногочисленных переживших бомбежку обратно в Средневековье. Во тьму, поглотившую технологии, культуру, мораль. год. Прошло 19 лет со дня Великой Чистки. Обе некогда великие империи и их союзники теперь лежат в руинах. Однако на этих руинах поднимают голову новые цивилизации. Из проржавевших, радиоактивных обломков старых держав строятся диковатые эрзац-государства, вынужденные каждый день вступать в жестокую, отчаянную битву за право существовать в этом новом, изуродованном апокалипсисом мире. Thank you.
Организация «Атом» была создана задолго до войны, развязанной подлыми империалистическими захватчиками. Среди наших задач не только сбор довоенной технологии и восстановление нашей советской родины, но и достижение довоенного уровня жизни. И для реализации поставленных целей мы регулярно отправляем в пустоши поисковые экспедиции. Однако недавно экспедиция под руководством генерала Морозова перестала выходить на связь. Наши человеческие ресурсы ограничены, поэтому стандартная процедура в таких случаях – отправка нескольких оперативных агентов для проведения разведывательных действий. Вы были выбраны для выполнения этого задания. Отряд генерала Морозова имел важную задачу – найти, взять под контроль и изучить секретный бункер. Бункер 317. По нашим данным, это место находится недалеко от населенного пункта Отрадное. Для успешного выполнения задания рекомендуется выйти на связь с нашим агентом в городе Краснознаменный. Кодовое имя – Фидель. Его прикрытие – трактир в пригороде. Так что помимо оперативной помощи, он может оказать информационную поддержку. Пароль для связи с агентом вы узнаете из конверта. После прочтения – уничтожить. И помните, ваша задача – наблюдение и сбор информации о Морозове и его отряде. Не нужно проявлять излишнего героизма. Пустоши – это крайне опасное место. Удачи вам, кадет, и пусть будет атом. Thank you.
Thank you.
Города, где я бывал, по которым тосковал, незнакомый.